Проливные дожди в июне повредили сотни гектаров сельхозугодий, разрушили 4 моста, а также 7 километров дороги. Как сообщила пресс-секретарь главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу, специалисты из территориальных комиссий по ЧС оценили материальный ущерб, причиненный ливнями в июне. Согласно собранной информации, пострадали 399 гектаров виноградников, 280 гектаров садов, 618 кукурузы, 421 пшеницы, 209 гектаров ячменя и 200 рапса. Более 140 гектаров овощных культур, уточнила Пушкашу. По оценкам специалистов, осадки нанесли ущерб в аграрном секторе на 16 миллионов 163 тысячи леев. Наибольший урон был зафиксирован в районах Камрад, Вулканешт, Теленешть, Сынджера, Единиц и Каушень. Тем временем в Румынии в результате сильного наводнения, вызванного ливнями, в минувшие выходные погибли 3 человека. Разрушены сотни домов, тысячи граждан пришлось эвакуировать. Еще в воскресенье в нескольких регионах страны объявили красный максимальный уровень опасности. Не выдержал даже железнодорожный мост. Многие дороги размыло настолько, что ездить по ним теперь невозможно. По данным метеорологов, этот ливень стал мощнейшим за последние 40 лет. Подсчитано, что на 1 квадратный метр выпало 140 литров осадков.